Не, нихуя. Я вас поздравляю, это Саса, пацан. Да ладно, да я ж пошутил. Что ж, обычные дела нас со с тобою наебали. В жопу. А что это такое? Это... Сынок, ты непременно вырастешь. Здоровый, блядь, как пельмень. Сынок, сходи-ка за хлебом. Обейте, пожалуйста. 2 пакетика травы. 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, соломка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Окей! Где деньги? Где мои бабки, сучара? Меня обокрали, меня ебали. Что, я не вру. Честно говоря. У вас малафья отклеилась. По морде не бей только, а? Что ж, нам пиздец. Опа! 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 Gangnam Style! Вот, держи... Деньги, ёбаный пидорас! И ступай за гвоздями! Быстро, блядь! Сейчас я весь автомат опустошу, как 2 пальца... Говне всосать! А вот и нет! А вот иди! Нет! Пошёл! Хуй тебе! Ты просрал всё бабло? Да... Пизда! Вот именно из таких, как ты, случается экономический кризис. Да ладно, всего-то пару раз было. 38-й раз уже. Ну не сотый же. Ничего, сейчас мы будем выбивать твою дурь. Кому что, блядь, за своей матерью бы проследил? Чмо ты, блядь, доту заходит, блядь? Ну все? Нет, я на тебя репорт накатаю, твоего приоритета будет служить. Ну все? Нет, я бы, блядь, тебя тут нахуй так пришил. Ненавижу тебя, блядь, всеми своими клеточками. Да замолчи ты, блядь, ты заебал, блядь! Ладно, давай, это он меня... Мама пришла. Быстро выключи свою хуйню эту, блядь, заебал уже! Мам! Ай! А ты уже пробовал просить деньги? Да, пробовал. Ну и как? Ну... Дашь денег? Нет. Дашь денег? Я тебе сейчас так выебу! Дашь денег? Не-не-не-не. Что ж, есть 5 способов. Где деньги взять? Кого чистить? Пусть сосать. Эло махать. Не ебать. МММ. Значит, остается одно. Взять и вдохну чертову матери и все. Назови мне все виды спиртов на оценку. Чё? Заебись.